Город Люберцы. Город Люберцы. Улица Кирова. Дом 8 или 10. Вот эта улица, где я ходил, бегал с документами. Вот почта. Почта. Погода, конечно, вон, как всегда, московская погода. Погода вот такая. Вон автобус. Вот магазин. Магазин вот. Такой. Город Люберцы. Люберецкий район. Московская область. Город Люберцы. Вот. Вот такой вот город. Там 18-й дом. Конечно, жалко, что здесь солнца мало, блин. В принципе, поэтому я и покидаю этот городишко. Вот. Что погода здесь такая тяжелая. Я не могу, у меня кости болят, блин. Голова болит нахрен. Я не могу здесь. Мне нужно солнце. Я сам из Средней Азии, поэтому я не могу здесь. Сколько приезжал, думаю, все свыкнется. Думал, что все пройдет. Не, нахрен, не пройдет это ничего. Поэтому такие вот дела. Сейчас до конца улицы дойду. Пишите в комментариях, кто, может, здесь раньше жил. Или еще что-то. Пишите, я буду рад. И в дальнейшем делать видео там, где я живу. Там, где я нахожусь. Ведь это же интересно. И мне интересно. Вот, и кому-то. Вот там перекресток. Улица Кирова. И еще какой-то улица. Вон там дворец спорта. Триумф. Вот там кафе какое-то. Сейчас я, кстати, может, зайду в него. А то потом еще раз, когда я снова зайду в него. Вот 63-й дом. Вот здесь какая-то даже вывеска. Кто-то здесь проживал. Вот раньше. Вот магазин продукты. Триумф. Вот сейчас вот в то кафе зайду я. Что-то написано. Дюшес. Посмотрю, что там с ценами. Вот. 44-й автобус. Маршрутка подошла. Я на нем на работу ездил постоянно. Сейчас зайду в этот дюшес. Что там вообще? В этом дюшесе продают. Ну, снимать не буду, наверное, кафе. Потому что и так уже 4 минуты снимаю. Вот летняя терраса. Бабуля как куда-то спешит.